Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится девайс Redmi Buds 3 Lite. И сейчас мы разберемся, как сбросить наши наушники к заводским настройкам. Итак, это действие нам может понадобиться, если мы вдруг уже подключались к большому количеству телефонов или что-то еще. Или может быть такое, что наши наушники подключаются по одному. В таком случае просто откройте кейс и нажмите на наушники на сенсоре. Нужно подождать, пока наши лампочки не замигают. Как только они замигали, наушники были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!